доброго утра. Я наконец-то наварила борщ, наложила. У нас уже обед какой? Да, у нас уже обед вообще-то 12 часов, мы ждем папу. Обед. Наварила целую кастрюлю борща. Что там, сынок? Привет. Мам, и такой дым вышел, как будто это что-то новое устройство. Ага, дети тут гуляют, как будто со снежками. Вот эта домашняя курочка, я ее уже порвала. Яйца. Так, у нас уже почти 3 часа. Я, в общем-то, ничего не снимала, потому что занимаюсь уборкой и до сих пор продолжаю это делать. В доме у нас вообще просто все игры раскиданы, потому что дети тут играли как хотели. И поэтому сейчас нужно убраться, навести порядок. Написала список на вечерю, потому что у нас 6-го уже вечеря. Нужно купить подарки детям. Получилось 14 детей у нас. Вот, кое-какие уже, ну не кое-какие, уже там достаточно половина, наверное, взрослых, которых мы будем дарить денежки. И что-то типа, или чокопай я куплю коробочки. В общем, что-то придумаю, посмотрю, что там будет. Вот, и... А все-таки маленьким деткам нужно... какие-то игрушки. Так что завтра, наверное, займусь этими подарками. Сегодня займусь уборкой дома. Нужно еще подумать, что завтра приготовить. И что на вечерю тоже нужно приготовить. Может быть, что-то напеку. Не знаю, как по настроению и по времени. Потому что сижу не сегодня и завтра работаю. Это 6-7, у него выходные. Вот, так что сейчас, в общем, продолжаем убираться. Сегодня день уборки. В гардеробной все разложила. Убрала все после Ейска, потому что вообще, я не знаю, в гости я обожаю ездить, вообще куда-то ездить очень люблю, но когда разбирать вещи после этого, это, конечно, очень сложно. Вот, дети пошли на улицу, они там играют одновременно и нагружают из прицепа дрова в тачки. Просто нагрузят тачки, а Сержуня приедет с работы и откатит тачки до туда, до дровника, до нашего. В общем, все заняты своими делами. Афанасия уложила спать. Продолжаю уборку. Вот, дети, какую змею построили. Даже две змеи, да? У меня в очках. Дайте, я с рогами. Йоу. Дай мне. Так, все, мы на карате. Антошек тоже захотел. Я готов. Поня дома. Мам, с папой. Я буду представлять, как будто я. На старшенького, пап. Глянь, что он выиграл. О, а на что, как это он выиграл? На стояниях кураках. На стояниях или как? Ну, стоял на кураках просто. На кураках. И что ты? Ну, а так выиграл. Так ты больше всех или как? Ну, там нет, не... три человека, пока три человека не останется. А кто так руку поднимет, кто упадет? Так ты остался? Выиграть. Ну да, три человека осталось. Я... синий. Там со старшей группой остались. Ну, молодец, видишь. Покажи, как торт в лицо. Вот так тебе? А ты не плакал? Нет? Маргарита только испугалась. Это же мои волосики, говорит. Мои волосики вымажутся. Она же видела, что мне прям на бошку упало. Так, ты чай будешь, Афонь? Нет. Ты чай будешь? На. Да. Сыналечка, а что ты тут делаешь? Играешь? Ну и как тебе песок? У нас теперь разноцветный песок, да? Да. Нам тетя Оксана подарила, да? Какой красивый зеленый, да. Желтый, да, и розовый. Да. Теперь у нас много песка, да? Да, да. Вот это? Скажи песок. Нет, скажи песок. Нет, не мама, скажи песок. Я вижу, вижу. Скажи песок. Скажи дом. Афонь, скажи дом. Афонь, скажи дом. Дом. А, вот это ты построил дом? Да. Не. А как Гриша на карате? Покажи. Вот так на карате сильно.
Все сломал. Да ты что сделал? А кто будет все подметать? Кто будет подметать? А Фоня будет подметать? Нет, а кто? Мама. Мама? Да. А ты веничек мне будешь нести? Веничек будешь нести? Нет, не сейчас, ты гуляй потом. Гуляй, гуляй. Ну, разговаривай с Гришей. Спать будешь? Да. Воненький, видите? Лошадка? Да. Опа. Спать? Да. Видите, он и пол. Ровный. Вот ровный. Ну как же? Гляй. Угу. Какие крошечки валят. А что это, Афонь? Я не понимаю. Mm-hmm.